Традиционно крещенские купания проводятся в ночь с 18 на 19 января. И прямо сейчас мы покажем комплекс упражнений, которые можно выполнить перед тем, как окунуться в прорубь. Впрочем, если вы хотите просто проснуться, это тоже подойдет, так что присоединяйтесь. Вот сразу видно, кто из нас двоих закаляется. Ну что, я готова начинать? Начинаем. Итак, выполним комплекс упражнений. Первый – наклоны вперед. Ножки на ширине плеч ставим. И тянемся пальчиками до носочков ног. Секунд 30. Если не дотягиваемся, то что? Не расстраиваемся просто? Не расстраиваемся, конечно. Но стараемся. Если не достаем, ничего страшного. Нам нужно организм разогреть и подготовить к окунанию. Хотя уверена, кто все-таки нырять в прорубь, он дотянется и перетянется еще. Так, что дальше? Следующее упражнение мы сделаем приседания. Угу. Ножки ставим на ширине плеч, ручки держим перед собой, присели до параллели и встали. Как дышим? Я, наверное, правильно, да? Делаем выдох. Все правильно. Опускаемся вниз. Вдох, вверх, выдох. Таких приседаний мы делаем 30. Вот на приседаниях начинаешь согреваться, кстати, несмотря на ветер. А вот, кстати, все эти упражнения мы делаем, когда мы уже разделись и вот-вот-вот окунемся? Или в одежде? Нет, еще в одежде мы делаем. Так, понятно. Два разобрали. Что дальше? Сейчас мы побегаем на месте. Побежали. Долго ли бегаем? Секунд 40. Темп? Темп легенький, чтобы разогреться. Хорошо, закончили. Как раз успели бы до проруби добежать. Да. Ну и сейчас мы сделаем махи перед собой руками. Втягиваем ручки и поехали в перекрестные махи. Хорошо. Таких махов мы делаем 30. Ну что, мы готовы? Готовы. Леша, когда ты первый раз окунулся и как готовился? Первый раз я окунался 9 лет назад. Подготовка проходила очень серьезная на протяжении нескольких месяцев. Упражнение это, конечно, хорошо, но, ребята, нужно подходить с умом к окунанию в прорубь. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! До встречи в следующих выпусках!